Семейный бизнес на подделках. Полицейские задержали сургутянина, который поставил на поток изготовление фальшивых медицинских справок. Подозреваемый расклеивал по городу объявления, предлагал получить заключение о прохождении любой медицинской комиссии. Заключение печатал дома на цветном принтере. Готовые справки стражи порядка нашли в квартире 37-летнего горожанина. Его подозревают в организации незаконного бизнеса. Жену мужчины задержали 2 августа в момент продажи поддельного результата ПЦР-теста. Им обоим теперь грозит уголовная ответственность.